Кашина Роман Павлович Куклев вошел в историю нашего города Кохма и всей страны как герой Советского Союза. Он был удостоен этого высокого звания посмертно указом Президиума Верховного Совета СССР в 1945 году. В 1941 году Роман Куклев был призван в армию и направлен в танковые войска. К концу 1945 года гвардии сержант Куклев был старшим механиком-водителем танка. Старшина Роман Куклев отличился во время освобождения Польши, когда 14 января с Магнушевского плацдарма в наступление двинулась 8-я гвардейская армия 1-го Белорусского фронта, Куклев шел во главе 34-го полка тяжелых танков. Под железнодорожной станцией Вервице-Шлехельс он смелым маневром зашел в тыл противника, раздавил противотанковое орудие, рассеял колонну грузовиков с пехотой, вступил в поединок с двумя тиграми. Один из них загорелся, другому удалось поджечь танк самого Романа Куклева. Куклев быстренько выскочил из машины и начал тушить пожар. И когда раненый он подошел к танку, он понял, что все его товарищи мертвы. И тогда он подполз к орудию и отстреливался до самого последнего. Отбивался гранатами. И, наконец, когда его окружили фашисты, он решил погибнуть в горячем танке, нежели попасть в